Audi Group подвела итоги первых 9 месяцев текущего года. Вот ключевые показатели. С января по сентябрь дилеры марки передали клиентам по всему миру свыше 1 миллиона 300 тысяч автомобилей, то есть спрос вырос почти на 14%. Основными рынками, что позволили нарастить отгрузки, стали Европа и Китай. В США продажи четырех колец вообще подскочили на треть. Ну а главными хитами оказались электрокары, что нарастили армию поклонников на 50%. Надо заметить, что российская публика также благосклонно приняла электрические модели Audi. В прошлом году именно кроссовер Audi e-tron стал самым продаваемым электромобилем среди тех, что официально представлены на нашем рынке. Этой весной компания e-tron составила исполнение Sportback, что отличается меньшей высотой и покатой крышей. Новый профиль добавил модели элегантности, а также сделал машину более обтекаемой. В России предложена лишь топовая двухмоторная версия e-tron'ов под названиями 55 Quattro и 55 Quattro Sportback соответственно. Их пробег на одной зарядке превышает 400 км, так как емкость тяговой батареи составляет внушительные 95 кВт-часов. Передний двигатель номинально выдает 170 сил, а задний — 190. То есть совокупная мощность равняется 360 силам. Однако кратковременно отдача может превышать 400 сил. Так что время разгона до сотни — менее 6 секунд. Начальная комплектация включает пневматическую подвеску, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, виртуальные приборы, электропривод крышки багажника, парктроник и другие приятности. Отдельного разговора заслуживает Audi e-tron S, то есть горячий вариант обоих e-tron'ов, у которого сзади смонтирован не один, а два двигателя. Поэтому момент на левом и правом колесах можно регулировать независимо. Пиковая мощность трех моторов аж 503 силы, что доступно на протяжении 8 секунд. Номинальная отдача скромнее, а по умолчанию S-ка передвигается на заднем приводе, чтобы экономить заряд батареи. Визуально S-версию, что доступно и в обычном, и в купеобразном форматах, можно опознать по расширенным аркам и фирменному декору. А в салоне пассажиров встретят характерная отделка и спортивные сиденья. Итого россиянам доступны сразу 4 представителя электрической серии от 4 колец. Продажи электромобилей Audi занимаются дилеры в трех городах — Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.